Школьная пора – это захватывающее время для маленьких учеников, но для родителей это большие траты. Особенно если семья многодетная, то требуется материальная поддержка. Акция «Помоги собраться в школу» включает в себя несколько видов помощи. Сбор школьных принадлежностей и других необходимых для учебы предметов. Один из первых получателей – семья из Кызылского района. Я впервые, у меня дети, опекуны, у меня двое детей. Мальчик и девочка. Мальчик в пятом классе учиться будет он в этом году. Конечно, важна нам помощь. Я очень рада, что в этой акции, что нам помогают детям. Только не нам, и другим детям тоже. Ежегодно активными гражданами, индивидуальными предпринимателями, врачами, целыми коллективами организаций республики и многими другими в рамках благотворительной акции помощь оказывается тысячам детей школьного возраста и социально незащищенных семей. Сегодня тоже очередной раз пришел, чтобы вручить набор школьникам. Это очень хорошая подмога для семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей. Поэтому наша партия ежегодно помогает им. Подобная акция дает возможность объединить усилия для общего доброго дела. Как показывает практика предыдущих лет, благодаря постоянно возрастающему числу неравнодушных людей растет и количество детей из малообеспеченных семей, неподготовленных к школе. Только в прошлом году была оказана помощь более чем 4000 детей. На сегодняшний день и президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным особое внимание уделяется подготовке к началу нового учебного года, подготовке наших детей. Начало нового учебного года, поэтому мы в унисон наших коллег, наших жителей республики этого всегда участвуем в этой акции «Собери ребенка в школу». То есть в этой акции участвуют все – общественники, наши организации, предприятия, наши руководители. Все участвуют, и мы хотим, чтобы наши дети были готовыми 1 сентября и с радостью шли на начало учебного года. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» – это значимый шаг в поддержку образовательного процесса и помощи семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Благодаря совместным усилиям общества, местной власти, многие дети смогут начать новый учебный год с необходимыми школьными принадлежностями и в хорошем настроении. Инна Клаянчай, Хандангак, Самбасалчак, телеканал Тува-24.